зовут Галя. Я живу в городе Северодвинске, мой родной край, Архангельская область. Я бы хотела рассказать о своей семье и ее в роли развития. Моего папу зовут Иван, он работает кораблестроителем. Благодаря ему мы можем покорять моря. Мою маму зовут Елена, она работает доктором. Благодаря ей мы останемся здоровыми. Я горжусь своей семьей, она сделала многое, чтобы мы были счастливы.